когда ты еще находишься в центре, в сердцевине, шоссе, да, когда ты еще далеко не приехал, когда ты принадлежишь полностью этой дороге, вот это тот самый момент. Это тот самый момент, ребятки. И, конечно, я еще раз вам скажу, я это, кстати, на этой же дороге вывел, еще в летний период, когда я ездил на свои блогерские поездки, что дорога – это неотъемлемая собственность, которую у меня никто не отнимет. И куда бы я ни ехал, в принципе, куда бы ты ни ехал, это... Ну, а что я тут, собственно говоря, Америку, что ли, открываю? Дорогу мы все любим, особенно мужчины. Ну, а у женщин другая направленность, и вообще я продолжаю, так сказать, пытаться понять, что это за таинственные существа такие. Потому что я абсолютно убежден, я думаю, что это правда, что в мужчине нет ничего таинственного. Мужчина – существо, по-моему... Хотя я слышал, когда я учился еще там в своей академической юности, что, короче, женщина – существо рациональное. Рациональное, вот что я услышал. Вот, ну, как бы да, несмотря на всю, казалось бы, абсурдность поведения, да. Но все-таки мое мнение, так это мужчина – существо рациональное. По крайней мере, оно существо мужчина, ну, оно существо ясное, и оно состоит, мне кажется, из каких-то таких как бы кирпичиков, и все понятно. Ну, по крайней мере, я. Я сам себе абсолютно понятен, и вам, я уверен, я тоже абсолютно понятен. Тем более, что я абсолютно... Цель моего канала, чтобы я был понятен. У меня ничего тут не скрываю, как говорится. Как любит говорить мой папа, Онегин, я скрывать не стану. Или как там это? Ой, короче, ну, впереди исследовательская станция Чехов. Еще раз я хочу воздать хвалу своим собственным летним поездкам со своей исследовательской станции. И какой я молодец. И когда все думали, что я был занят делом, я на самом деле был занят делом. Ну, причем гораздо более крутым, чем они думали. Так, в общем, да. Это нефтьмагистраль была? Я помню, что мне зритель посоветовал. Я покупал там уже кофе 2 раза. Я даже уже на Роснефти купил тоже кофе. Там тоже был хороший кофе. Но знаете, самый какой-то такой изысканный, мне показалось, был на Газпромнефти. Мне тоже я вот в обратку ехал. Сейчас я еду в сторону области. Ну, всем хорошего дня.